Крымские спасатели ликвидировали очередную авиабомбу. Сотрудники специального моротряда МЧС взорвали немецкий снаряд весом больше 200 килограммов. Операция прошла в поселке Багирово Ленинского района. Подозрения появились у местных жителей, когда они увидели взрывоопасный предмет. Тут же сообщили о находке спасателям. После спецоперации сотрудники МЧС повторно осмотрели и обследовали территорию. Больше подозрительных предметов в районе не обнаружили. Была обнаружена авиационная бомба немецкого происхождения СД-250. В ходе выполнения работ она была уничтожена. Силы и средства, которые привлекались, 5 человек и 2 единицы техники. Снаряды больше чем 70-летней давности до сих пор представляют большую опасность для людей. Спасатели предупреждают в случае подозрительной находки соблюдать правила безопасного поведения и обязательно сообщать о ней по телефону 101.